Значит, мы с Екатериной сейчас находимся в городе Угрич. Прямо возле нашей лодки. Вот наша лодка. Ладно, шучу, у нас больше. Вот. И мы решили, значит, прокатиться на катамаране. Вот, дают один спасательный жилет, потому что всегда только один тонет. Второй спасает. Вот, смотрим, как Катюшка спускается. А, я чуть сам не упал. Ай, моя пигрица такая. Аккуратно держись. Страшно? А, проходить надо сзади, да? Ну и слева. Так, заходите с этой стороны. Давай, аккуратно, аккуратно садись. Ну чего там? Все, Катюшка села. На, меня теперь снимай, сейчас я буду садиться. Наш корабль. Нет, это не меня снимай, причем здесь корабль? Наш корабль? Какой он проверяет, да, вообще? Вот. А он себя как рулевой, ну, вообще не умеет рулить. А как управлять? Не знаю. А, все понял. Вперед, направо. Я первый раз плыву на такой штуке. А я уже не первый. По сравнению... Ой. А, куда? Ты что делаешь-то? Ты рулевой или нет? Давай потом только вернемся, а? Куда ты едешь, Саш? А, я понял, ты в ту сторону поворачивай. А, во! А, тебе в другую сторону? Назад надо крутить. А я перекручу. А, вот смотри, если я кручу назад, то мы выправляемся. Можно я его уж не буду снимать? А, знаешь, в чем поворачивай? Да, а ты что снимаешь? Можно? Да давай, сам. Наш корабль сейчас покажу. Давай поплывем корабль. Выключаю? Да. Я выключаю, потому что надо собрать, что делать.